Олимпийская дисциплина – упражнение ВП-4, стрельба стоя, 40 выстрелов, дистанция 10 метров. На упражнение дается 4 пробных мишени, количество пробных выстрелов не ограничено. Время на выполнение упражнения – 1 час 15 минут. Сегодня в спортивной школе «Фаворит» проходит Кубок города по пулевой стрельбе. Спортсмены, на первый взгляд, сосредоточены и спокойны. Рука не должна дрогнуть, ведь именно сейчас подводятся итоги упорных тренировок. Я бы хотела, конечно, достижений высоких результатов в данном виде спорта, но так как пока я занимаюсь не такое длительное время, как бы хотелось, я собираюсь продолжать заниматься этим видом спорта и надеюсь на последующие высокие соревнования. Соревнования в стрельбе из винтовки и пистолета были включены в программу первых Олимпийских игр в 1896 году. А с 97-го стали регулярно проводиться чемпионаты мира по пулевой стрельбе. И заслуга это известного французского стрелка Пьера де Кубертена, семикратного чемпиона Франции по стрельбе из пистолета. Для этих же юных рязанских спортсменов высокие достижения еще впереди. За счет энтузиастов и тренеров все-таки мы стараемся вкладывать душу своих воспитанников, и говорить, что нет, вообще невозможно, потому что это такой вид спорта, можно долго готовиться и выстрелить, как говорится, прям незаметно для всех. Если для представителей скоростно-силовых видов спорта физическая подготовка является ведущей в процессе тренировки, то пулевая стрельба предъявляет в этом смысле ограниченные требования, рассчитанные на оптимальное развитие координации и статической выносливости. Давно замечено, что занятия стрельбой сильно меняют личность спортсмена. Вырабатывается высокая эмоциональная устойчивость. Это связано с тем, что в нужный момент стрелок должен уметь сосредоточиться, отключиться от окружающей обстановки и прогнать любые непроизвольно возникающие мысли, не относящиеся к выполняемой работе. Не случайно и то, что, попробовав стрельбу на вкус однажды, ею начинают болеть и ищут любой возможности попасть в тир. Я пришел, я очень волновался, особенно перед стрельбой. Все дрожит, ноги, руки, ты стреляешь, винтовка там ходит, очень волновался. А сейчас более-менее то, что сейчас привык уже, знакомый тир, знакомые люди, участники, поэтому волнуешься и спокойно стреляешь. Вид спорта, в котором одно из важнейших качеств – умение собраться, стать хладнокровным и уверенным – чистой воды психология. Нужно как бы больше подготовиться себя морально к выстрелу, то, что не нужно волноваться, и главное не сам выстрел, а главное процесс и идентичное выполнение каждого момента. Это одна из причин, говорят тренеры и судьи, по которым девушки в этом виде спорта преуспевают гораздо больше. Я об этом говорю, что девушки, они как бы более дисциплинированы, у них лучше получается. За счет того, что внутренне, наверное, лучше организованы и больше верят тренеру. У них нет экспериментов, поэтому девушки зачастую даже стреляют лучше, чем мальчики. Тир, в котором проходит кубок, соответствует всем международным нормам. Его отреставрировали в 2014 году. Закупили новые винтовки, и теперь у ребят есть возможность не только тренироваться, но и выполнять разряды. Резко возросло за эти 3 года количество занимающихся детей и взрослых. Также ребята приходят сюда еще не только для того, чтобы какие-то спортивные результаты, но плюс еще и подготовиться к сдаче норм ГТО. В последнее время это очень актуально, сдача норм ГТО. Вот. Поэтому мы здесь готовим еще и ребята для того, чтобы они успешно сдали ГТО именно по пулевой стрельбе. Занятия стрельбой строятся таким образом, чтобы психологическая активность была избирательной и в зависимости от стадии выполнения каждого выстрела внимание было сосредоточено на его элементах поочередно. Развивается вестибулярный аппарат и зрительный анализатор. Во время занятий и соревнований воспитываются дисциплинированность, ответственность, самостоятельность. В тренировки входит и изучение мер безопасности при обращении с оружием, правил сбережения, осмотра оружия и подготовки его к стрельбе. Вид спорта не так уж популярен в нашем регионе, однако основная база для его развития, сильный тренерский состав и заинтересованные ребята с горящими глазами есть. А это, как известно, главное условие успеха.